В Муравленко впервые прошли семейные соревнования «Забег в ползунках». Вместе с малышами на старт вышли мамы, папы и даже бабушки с дедушками. Кто оказался быстрее, расскажет Аня Григорян. Самые маленькие спортсмены собрались в Эврике, чтобы выяснить, кто же маленький чемпион. Карапузы на старт. Раз, два, три, поехали! Здесь все по-настоящему, все как в большом спорте. Только вот эмоции, волнения и переживания гораздо сильнее. Это и понятно. Многим спортсменам нет еще и года. И весовые категории, соответственные ползунки и ходунки. Всего 9 забегов. Маленькой Валюше Кайгородовой чуть больше года. Родители уже прививают ей любовь к спорту. Этот забег – ее первые соревнования. Поддержать малышку пришла вся семья. Мы готовились, мы учились ходить, потому что на момент, когда мы подали заявку, мы практически еще не ходили. Вот. И еще такая проблема – ходить в обуви, потому что дома бегаем без обуви. И, соответственно, учились ходить в обуви. Малышам важно приползти не только первыми, но и без помощи родителей. С настоящим олимпийским рвением карапузы проходят 5-метровую дистанцию. Маленький Рома Габдулин основательно готовился к соревнованиям. По вечерам бегал по квартире. Он в своем забеге значительно опередил двух соперников и пришел к финишу первым. Чемпион справился с дистанцией за 23 секунды. Дома несколько раз потренировались, попробовали поманить его игрушкой или чем-то, чтобы он пополз побыстрее. Вот, а так, в принципе, готов был, да? Забеги карапузов стали не только увлекательным состязанием, но и настоящим шоу. Замечательно и весело, здорово. Мне понравилось, особенно моему ребенку, самое главное. Здорово, классно. Еще почаще таких мероприятий будет вообще здорово. Интересно смотреть, как дети увлеченно бегут, да, к какой-то цели. Мамы больше переживают за своих детей. Но это здорово, это интересно. Такой старт в нашем городе впервые. Инициатором забега малышей стал молодежный совет при главе города. Поддержали идею активисты «Единой России». Когда начали присылаться заявочки, то есть сначала это было 5 человек, потом 7, потом стало 30, и мы такие уже думаем, где это проводить, потому что, ну, не думали, что так родители будут отвлекаться. Но вот, как видим, сегодня результат был очень, очень достойный. В итоге к финишу пришли самые быстрые и послушные. В номинации «Ползунки» первым стал Роман Габдулин, а в «Ходунках» Дарья Йовка и Андрей Стамов. Но без призов не остался никто. Всем вручили вкусные медали и дипломы. Организаторы планируют сделать забеги в «Ползунках» ежегодными. Аня Григорян, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.